Hello, children. I'm glad to be with you. Сегодня мы продолжим урок, который начали в прошлый раз. Страничка 118 тут у меня в учебнике, у вас. Не знаю, к сожалению, да? Найдите вот с лошадкой фотографию. Это у нас Lesson 2, Unit номер 7. Вспоминаем, как у нас строится длительное настоящее время, когда, ну, оно строится одинаково, да, тут ничего не меняется, но в значении, каком мы его используем. И еще мы должны вспомнить, какую конструкцию мы употребляем, когда мы собираемся сказать «я собираюсь что-то делать». «Я собираюсь делать то-то в будущем», имеется в виду. Вот я здесь вместо лошадки вам написала I, да, подлежащее, может быть, I, может быть, какое угодно подлежащее, да, может быть, he или кто-то еще, he или I, да, вот эта черточка означает или. Подлежащее, потом сказуемое am или, если это he, то is. He, she, it, is. Все остальные а. Да, есть единственное число. И единственное число, третье лицо, is. Остальные все а. Weing. I am playing. Да, I am visiting. Значение будущего времени это обозначает, что я буду посещать. Да, я планирую посещать кого-то, бабушку, дедушку. I am going to visit my grandma. I'm going, это я собираюсь. Давайте, вот третье упражнение сделаем. Summer holidays are coming soon. Скоро летние каникулы. What are these children going to do during their summer holidays? Что эти дети планируют делать, собираются? Вот видим опять going to, да? Are going to. У нас есть are. У нас есть children. Это подлежащее. Going to. Do. During в течение their summer holidays. Их летних каникул. Nelly говорит. I have got a lot of new books. Что она планирует? I have got. У нее много новых книг. Значит, что она планирует? Правильно. Она планирует. She is going, она собирается, she is going to read them. Вот он, to, v1 наш, да, вот наша рамочка, вот подлежащее she. Вот is или am или are, здесь she is going to, да, вот по этой рамочке. She is going, вот по этому, да, образцу. Это мы просто вспомнили. She is going to read them. Она собирается их читать. Sam, посмотрите. I have got a new bicycle. Я имею новый велосипед. Что он? Как будет кататься на велосипеде? Ride. Ride a bicycle. Попробуйте сами. Сами попробуйте сказать сейчас предложение. Ride. Что он собирается? Скажите, он собирается кататься на байсикле. Как будет подлежащее? Кто он? Как будет он? He. Что выбираем? Am, is или are? I am, you are, he, she, it, is. Да? Стихотворение наше вспоминаю. Is выбираем. Значит, будет he is going собираться to, да? He is going to ride a bicycle, sure. Feel, I have, следующее, feel, I have learned to swim. I have learned to swim. Смотрите, он что сделал? Have learned, какое время? Present perfect. Опыт, у него есть результат. Он научился, настоящий совершенный, научился плавать. Что он будет делать? Он соберется плавать, да? Он будет плавать, как бы он будет собираться, ну как сказать, мы так не можем говорить, а я собираюсь поплавать, да? Что он? Как мы скажем? Он. He is going to swim.
Все просто. Сэлли says, говорит, I like to go fishing. I like, я люблю, что делать? To go fishing, ходить на рыбалку. Значит, она собирается to go fishing. Как сказать, она собирается. She is going, повторяем вместе, she is going to go fishing. To go fishing. Okay, Ken and Dan, we often play sports. Sports. Мы часто играем в спортивные игры. Значит, они собираются поиграть в спортивные игры. Как мы скажем? Они. They у нас с каким глаголом употребляется? Am? Нет. They is? Нет. Собираться. They are going to play sports. Повторили. Liz, there are new programs about animals on TV. Лиз говорит, значит, есть много программ про животных ТВ на телевизоре. Она собирается смотреть ТВ. Как будет смотреть? Watch. Watch. Watch TV. Вы пока... Пока я пишу watch, вы говорите. Она собирается посмотреть ТВ. She is going to watch. Она собирается что делать? Смотреть. Да, вот она, наше окончание «ть» только впереди. To watch TV. Он не надо. Или to watch, вот это прям целиком берешь. To watch new programs about animals on TV. Или все берете полностью, или только TV. Кто там? Шейла. I'd like to travel. Она любит путешествовать, значит, она собирается путешествовать. She is going to travel. Don and Trick, we like riding horses. Они любят кататься на лошадях. Значит, они собираются покататься на лошадях. They are going to ride. Ink не надо, да? They are going, потому что going уже есть ink. To ride horses. Следующее упражнение. Из этого упражнения одно запишите какое-нибудь предложение, которое вам понравилось. Одно письменно для себя, чтобы просто вы усвоили. Следующее упражнение. Вот здесь вот предполагается ролевая игра, но играть нам не с кем, поэтому мы просто составляем вопросы. Например, что ты собираешься делать, да? Какие книги ты собираешься читать, да? Вот смотрите, здесь вот вопрос. Вот films, when, когда, да? Когда, where, где. Когда, где, where это где, what sport, какой спорт, какие виды спорта, what competitions, какие соревнования. Значит, смотрите, и варианты составления предложений. То есть мы берем вот какой-то из этой рамочки, какой-то из этой. Relax on the beach, on the boat. Расслабляться на пляже, да, валяться, или на лодке. И вот мы должны сказать, когда ты собираешься расслабляться на пляже, да, релаксировать на пляже, когда ты собираешься релаксировать, или когда ты собираешься look after the animals on your grandparents' farm, когда ты собираешься присматривать, или никогда, да, или, например, ну да, when, то есть когда. Или где, может быть, да? Или вот здесь вот можно где подставить, где ты собираешься расслабляться на пляже, может быть, в какой стране, да? Help your grandparents on their farm. Take part in sport competitions. То есть, what competitions? Какие соревнования ты собираешься take part in, принять участие? Read books. Какие книги ты собираешься читать? Да, книги уже, понятно, не надо. Travel, путешествовать. То есть,
Где, куда, когда ты собираешься путешествовать, да? Где ты собираешься путешествовать? Watch TV films. Ну вот films, watch, да, когда ты собираешься смотреть, какие фильмы ты собираешься смотреть? Spend a month in the summer camp. Когда ты или где ты проведешь, да, где ты проведешь месяц в летнем лагере? В летнем лагере не надо, например, да? Где ты проведешь этот месяц? Или когда ты проведешь этот месяц в летнем лагере? Имеется в виду, в каком месяце? Любой вопрос нужно составить. Давайте я первый составлю. What books? Как у нас вопрос составляется? Что вперед идет? Вот правило образования вопроса, да? Where — это любое вопросительное слово. What, when и так далее, да? Дальше. Are — глагол, да? You going to... И здесь вот глагол. Любой. Going to... там... Read, например. Если read books берем, да? Read. Read. У нас получается what, вот я беру what books, да? What books, я беру what books. А, you go going to read. Глагол беру, да, отсюда. Books не надо, потому book, вот второй раз books не надо, да? То, что вот books у нас уже есть. Например, второй берем. Беру синий. What films are you going to watch? Films не надо, мы же уже спросили, какие фильмы. А то получилось бы, какие фильмы ты собираешься смотреть фильмы. Зачем нам это, да, второй раз? Так, и дальше. When are you going to relax on the beach? Когда ты собираешься расслабляться на пляже? Все, составляем один любой вопрос, который я не назвала. Любой другой, кроме тех, которые я уже вам сказала. Да? Берете вот эти вот оставшиеся, составляете письменно один. Activity book. Open your activity book. Page 93. 93. Мы с вами не сделали первое упражнение из урока номер 2. Вот смотрите, здесь нам предложено, во-первых, рамочка, из которой мы должны брать эти слова. Рамочка, вот она. Она у вас на страничке 94. Вот эта рамочка. Что же в ней такое? Давайте сначала разберемся, что в ней такое. Act out a play. Разыгрывать пьесу. И вот нулевое сразу, переворачиваем. Нулевое. Что же здесь такое говорится в нулевом? Chris wants to be an actor. Она хочет быть. Быть, да? Она хочет быть актрисой. Он, простите, Крис. Все. Он хочет быть актером. He is going. Он собирается. Он собирается что делать? To act out a play. То есть нам здесь нужно to поставить act out a play. Нам здесь нужно вставить что? Нашу структуру is going to. Вот это уже брать из рамочки, да? Это все из рамочки идет. Из на страничке 94. Это вот оттуда идет. Подлежащее Крис мы заменяем на он, he. А дальше все по правилу, да? Is going to собирается. Is going to переводится как собирается. Собирается. Да? Act out a play. Играть, разыгрывать пьесу. Собирается. Дальше. Oliver wants, первое смотрим, to work in the botanical garden.
Botanical garden, окей. Смотрим, что из рамочки нам здесь подходит. Prepare breakfast. Приготовить завтрак. Collect leaves. Собирать листья. Sew doll's clothes. Sew. Шить одежду куклам. Perform at a family concert. Давать представление на семейном концерте. Gather apples and vegetables. Собирать яблоки и vegetables. Овощи. Write a story. Писать историю. Learn new magic tricks. Изучать новые магические трюки. Да? В ботаническом саду что можно? Наверное, собирать листья. Да? Собирать листья. То есть мы должны сказать, он собирается собирать листья. He is, берем, да, он собирается. He is going to собирать листья. Collect leaves. Окей. Дальше. Betty likes her dolls. Betty likes her dolls. Она любит кукол, значит, она собирается шить одежду. Говорим сами. Пишем сами, да? She is going to sew dolls' clothes. Clothes. Все, следующие сами. Третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Сами сделайте. Распределите. Это будет как домашнее задание. Все. The lesson is over. Goodbye.